З одноденним візитом у Гомельську область приїхав керівник представництва Урада Нижегородської області у Республіці Білорусь Сергій Петров. У програмі наведування таких підприємств, як Гомсельмаш, Мілковіта і БМЗ. Сьогодні у товарозвороті поміж Гомельською і Нижегородською областями назирається становча динаміка. 45 наших підприємств гандлюють з російським регіоном. Серед основних поставок – сульфіт і натрію, соль, вироби з пластмаси, чорних металів і синтетичних волокнав, мука, сири, посуд, папера и кордон. Хотелось бы понять, в чем можно увеличить товарооборот непосредственно с Гомельской областью. Вообще товарооборот Республики Беларусь с моей областью – это больше миллиарда, больше, чем с Турцией, больше, чем с Казахстаном. З открытого акционерного товариства «Гомсельмаш» у Нижегородскую область поставляется сельгастехника, а так само частки машин и механизмов. Коли 70% спецтранспорту, что працует на полях российского региона, выраблено у Гомеля. Сегодня на предприемстве огучили пропанову запустить суместную с россиянами вытворчесть машины на газомоторном паливе. Уже нават існує домовленность об субсидировании проекта. Тем часом у Нижегородской области есть предприемство, которое могло бы стать коллегой Гомсельмаша у новой справе. Ці завершатся перемовы с сотрудничеством на практике, станет известно позднее, а покуль докладно можно отзначить, что в рамках 5-го форума регионов Беларуси и России планируется подписание погоднений об сотрудничестве помеж Гомельским облвыконкамом и администрацией Нижегородской области, а так само Гомельским областным советом депутатов и законодавшим сходом Нижегородской области.